Дата рождения 13 марта 1948 года. Имя Эбигейл Фрэнк. Джордж Тейлор. Тейлор Фрэнк младший. Мэм, надеюсь, вы поймете. Босс отправил меня в Бруклин, потом в Квинс, а теперь хочет, чтобы я взял клиентов из Лонг-Айленда и всю ночь их развлекал. 80, 90, $110. Желаю хорошо провести время в Париже. Не сомневайтесь. Прошу прощения. Вы прежде у нас бывали? Нет, я работал в основном на западном побережье. Вы не против, если я расплачу своим чеком? Не против, сэр. Слава. Я могу обналичить у вас чек со своего личного счета? Сотрудники моей компании обналичиваются сумму до $100. Счет зарплаты в сумме до 300. Вы сказали, служебные чеки до 300? Дорогой папа, я решил стать летчиком авиакомпании Pan American. Самый популярный из всех.